друзья, всем привет. Самый конец сентября. Большинство утки, наверное, уже улетело. Особенно кряковая, конечно же, уже на юга пошла. А мы сегодня решили прогуляться, так сказать, на остатки, на последнюю утку с супругой по озерам, по лугам. Охота с подхода на утку. Погода самый раз, сильный ветер. Пройдемся по кругу. Это, наверное, примерно около 7-6 километров по расстоянию. Первое озеро. Пока никого не вижу. Ну, вот такие вот озера луговые. Весной их затапливают. Ну и будем потихонечку так обходить. Нету никого. Пусто. Хорошие партии вчера гусей шли. Я думаю, и утка часть уток тоже с ними улетели. В общем, будем сейчас потихоньку проверять озеро за озером. Здесь получается их около 10 озер разного размера. Очередное пустое озеро. Далековато было по расстоянию, где-то метров, ну, 45, наверное, почти уже. Делал пару черков небольших. Я их издалека заметил, пытался подкрасться, ну, по кругу обойти. Но меня раньше заметили, к сожалению. Ладно, сейчас гильзу найду пустую. А вот эти гильзы. Гильзы стараюсь собирать. Озера все высохли. Не было до кошки, воды не было. Ну, друзья, все высохло, смотрите. Сходим еще следующее, посмотрим там дальше. Там дальше еще озеро, пару озер с правой стороны. И слева еще одно такое большое-большое озеро. Воды мало. Если утку добудешь, ветром уже сюда ее не пригонит. Ну, если вода упадет, например, из-за травы ее к ветрам уже не подобьет. Все заросло, все он в зелени, в лопухах. Называется, пошел за уточкой, а добыл такого косачка. Очень часто, если не бывают, по траве сидят. В этот раз мы подходили к озеру, сначала парочка взлетела, промахнулся, ближе стали подходить, и еще три штуки вылетело, то есть была там целая партия, целый выводок. Вот две штуки в ту сторону и один рядышком со мной со второго выстрела добыл. О, сычей. Пес.
всей собак на выстрел прибежал кто-нибудь? Нет. Я хозяин. Без ошейника. Привет. Силуэток. Ты потерялся, что ли? Окей, иди сюда, иди. Самому залазить нельзя, фу, нельзя. Да нет, не потеряшка. Шерсть-то хорошая, такой вроде. Да, деревня рядом. Да, ты чей? Или чья? Вот теперь мы тебя не отвяжемся по ходу дела. Ну, а добрая душа дали тебе, хотя нельзя было давать. Он насидел, короче. Есть. Еще одна добыча у нас. Эх ты, ищейка. Найти не мог. Опа. Ух. Первый выстрел промах. Как обычно, пристрелочный. Ну, а вторым уже взял кряковое. Главное, что интересно, мы-ка сейчас недалеко стреляли, мы так идем вдоль озера идем, думаю, ну не стану уже заглядывать, что рядышком стреляли, оказывается, они там сидели под кустами, причем несколько штук, штуки 3 или 4. Подбежал, расстояние немножко сократил и добыл. Класс, друзья. Ну вот видите, какая сегодня удачная у нас охота. Да. Тут уже ваши желудки нахрен не упали. Жуй. Угостили лапками, косачинами, да печеньки дали. Все, прибилось. Ходит за нами теперь везде. Нельзя, конечно, так вот собаки давать, но жалко. Голодная, да? Жалко тебя, ведь, морда такая. Ну, теперь будут за нами везде ходить. Тяжелее-то сразу стало. Вон там, друзья, взлетела на той стороне. Круг дала, я думаю, прям как раз, думаю, сейчас на меня летит. Нет, свернула все-таки. Два выстрела. О, пара, вон она. Туда улетели. Ветер в нашу сторону, в наш берег. Поэтому можно стрелять смело над водой. Настоящая азартная, друзья, охота. Вам и косачи, вам и утки, пожалуйста. Все есть сегодня. И собака. Точно это охотница. В воду упадет и в воду залезет. Я кто поделюсь, не переживай. Я не знаю, да. Горячо. Ох, ладно, за удачную охоту. Да? Что там, хозяйство их придется искать? Собака подняла утку кряковую из-под травы. Он отсюда поднялся. И вот сюда куда-то села кряковая. Ну сюда вот села она прям. Вот тут лужу. Все обратно поднялась, так ощущение. Собака подошла прям к утке прям вплотную. Метра два, наверное, подбежала.
Та из-под травы вылетела. А, по-моему, высохло озеро-то. Да, высохло. Нет озера. Нет никого. Здесь в прошлом году, друзья, также подходило 5 штук. Взлетело хороших кряковых. Промахнулся. Также сыры были, когда. В этот раз пусто. Сейчас еще слева будет. Справа, точнее, озеро большое. Дальше озеро. И еще пару озер небольших. Мы на этом круг наш будем заканчивать. Видишь, кабаны ходили. Вон по грязи бегали. Вот так вот гильзы валяются, и идешь по лугу. Собираю, уже 3 гильзы нашел. Потихоньку. Кстати, не знаю, друзья, может, есть у меня мысль заняться зарядкой патронов. И эти гильзы еще пойдут в дело. А их еще можно будет разок зарядить. Поэтому так собираю. Ну и меньше мусора валяется, в общем. Высохло. Пойдем дальше. Вот это ветер, а? Еще пару озер он состава. Будет Курье, Вычегда, там посидим, попьем чай. Потом вот по второму кругу. Мороженое будешь? Это не мороженое, это сладкая вата. Пугали меня коряги, вон там два утки сидят. Все, круг пройден.
можно к машине возвращаться. Ну, друзья, витамин С. Полная кружка. Тут ведрами его можно собирать. Но. От всех болезней простудных. Листья все опали, остались только практически одни ягоды. Ягоды крупные, даже переспелые, можно сказать, мягкие. Охота получилась удачная, интересная, я думаю. Одна кряковая. Ну и один косачек попался в этом году. Первый косачек этой осенью. Сентябрь уже кончается у нас, а я еще толком даже не охотился. К сожалению, так получается в этом сезоне. Пока Печора, пока туда-сюда. Вот. Ну, надеюсь, мы еще походим, повродим. Мы с батей тоже сходим, пока отпуск есть. А так, я думаю, отлично. Прогулялись. Не зря. И с добычей домой. Всем пока, всем удачи, до скорых встреч. На охоте, на рыбалке. Пока.